Время возвращать долги. Для десятков ивановских автолюбителей настало утром в среду. Сотрудники ГИБДД провели очередной совместный рейд с судебными приставами. В последнее время автоматическими средствами фиксации выявляется гораздо больше административных правонарушений. Следовательно, и количество неплательщиков штрафов растет. За 5 месяцев этого года в городе Иваново было составлено 222 административных материала по статье 20.25 Кодекса об административных правонарушениях. 154 человека оплатили штраф, и 31 человек был подвергнут административному аресту. Инспекторы останавливают автомобилистов, проверяют по базе данных наличие долгов. Если все чисто, автолюбитель может быть свободен. Если же у водителя обнаруживается задолженность, будь то неоплаченный штраф ГИБДД или долги по алиментам, им занимаются судебные приставы. В рейдах совместно с ГИБДД выявляется приблизительно 50% от лиц, которые останавливаются, сотрудники ГИБДД. У 50% имеется задолженность, которая взыскивается на месте, либо производится арест имущества. Выезжая утром из дома, этот автолюбитель наверняка не думал, что в одночасье станет пешеходом. У молодого человека 2 неоплаченных штрафа в ГАИ на сумму более 4000 рублей. Оплатить на месте должник отказался, поэтому его автомобиль будет арестован. Будет производиться реализация дальнейшей арестованного имущества в случае, если он в течение 10 дней не погасит административный штраф. Эта автоледи должна около 200 тысяч рублей. Утверждает, что уже оплатила задолженность, но бумаг, подтверждающих это, при себе не имеет. Женщину направили в управление службы судебных приставов для подтверждения факта оплаты. В ходе рейда десятки должников предпочли не доводить дело до крайности, расплатиться с долгами на месте и ехать дальше по своим делам, но уже с чистой совестью. Наталья Романова, Денис Денисов, РТВ Иваново.